Всем привет, с вами я, Влад. Сегодня я буду, как всегда, смотреть залипательные видео на ютубе про слаймы. И я помыл наконец свою свинку. И всем приятного просмотра. Эту губку я знаю, туда обычно вот добавляют, и она вот от пальцев рушится, даже отпечатки оставляет. Ну, следы от пальцев. Ой, что-то это как-то слишком резко. Чего ты пакеты не убираешь, блин? Это некрасиво с пакетами все делать. О, радужный слайм, который покрылся специальной пенкой. Блин, красотища. Да, блин, им слайм не жалко. То, что он там внутри остался. О, блин, он там прозрачный. Как же я его потискать захотел. Это губка с пропитанным в нем слайм. Слайм. Да, блин, я угадала в прошлом видео. Вау. Блин, снежинки. Уж это все было красиво. Интересно, я сфоткала всю эту красотищу. О, да, бей этого слайма огромного, этого монстра. Вау. О, продавили. Эти звуки меня именно расслабляют. Вау, тут куча фольги этой, она очень тоненькая. Она рушится от малейшего прикосновения к ней. Вау, кайф. Блин, я чуть ли не залип. Даже ничего не говорил. Так, это что-то им очень нравится в этом, да? Вау, что она не проткнулась? Вот пальцами она протыкается. Вау. Как будто шоколадными крошками посыпано. Ой, эта корочка, она вроде очень корочной должна быть. Вау. Это бусинки? Разноцветные это бусинки? О, голубой слайм. Чё? Да. Блин, белое тут все, а затем коричневый или черный. Нет, это коричневый слайм. Или слегка розовый даже. Че сделали со слаймом? Че не клеится?
Это слайм Бэтмен. А это он синий? Да, он синий, по рукам можно определить, какой там слайм. Или по краям. Что это такое? Это желе. Желе такого же цвета. О, моя любимая корочка. Блин, обожаю того человека, который эту корочку придумал. И эти разноцветные слаймы, я их тоже обожаю. Блин, красотища-то какая. Блин. Офигеть. Слайм настолько красивый. Красивее его в жизни не видел. А кому понравилось мое видео, ставьте свои лайки. Поддержите меня лайком вот за этот палец. И всем пока.